1 300 000 рублей. Как цена мести? Именно такой ущерб нанесли семейной паре двое мужчин, подозреваемые в разбойном нападении. Злоумышленников задержали люберецкие полицейские. Установлено, что один из злоумышленников в ночное время незаконно проник в частный дом в Малаховке. Угрожая пистолетом, правонарушитель связал хозяев дома и похитил принадлежащее им имущество, после чего скрылся с места преступления на машине, за рулем которой находился его соучастник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушители были установлены и задержаны по местам проживания в городе Москве. В ходе обысков в квартирах подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты 6 мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, печати различных организаций, ювелирные украшения, иностранные часы, а также пистолет ПМ, используемый при совершении преступления. Один из задержанных пояснил, что совершил преступление из чувства ревности, чтобы отомстить своей бывшей жене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.